Всем привет! Сегодня у нас 25 августа, и я вас хочу познакомить еще разочек с таким сортом, как красотка. У меня это сигнальное плодоношение. Окрашиваться начала красотка уже, в принципе, давно. Я как-то показывала вам, когда она начала окрашиваться. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Но что я хочу сейчас вам про эту красотку сказать? Во-первых, она меня радует тем, что у нее вызреваемость лозы идет классно. И, в принципе, везде. Во-вторых, она еще полностью не окрасилась. Посмотрите, вот. То есть она еще полностью не окрасилась. Или она так и должна быть, я, в принципе, пока еще не понимаю, потому что это первый урожай. Но я попробовала ягодку. И одну гроздочку я срезала человеку. Приходил ко мне человечек за Велесом, я ему срезала на пробу. Срезала на пробу, потому что, когда попробовала я была очень приятно удивлена, что ягода очень сладкая, очень вкусная. И у меня такое ощущение, что эта красотка уже созрела. И она просто вот так выглядит. Сейчас я вам сорву ягодку и покажу, как она выглядит изнутри. Я просто вот удивлена, насколько она сладкая, хотя еще не вся вот созрела, как бы, ну, не окрасилась до конца. Смотрите, как выглядит внутри ягодка. Она еще зеленая. По сути, ей еще, наверное, спеть и спеть. Ну, на вкус хрустящая, кожица съедаемая, чем-то такое напоминает мармеладку какую-то. Мармеладная такая вот консистенция ягоды. Сахар уже чувствуется, кислоты нету. Косточка выглядит вот так. Ягодка выглядит вот так. Очень сочная, очень вкусная. Я хочу сказать, что я довольна этим сортом. И если эта красотка будет плодоносить хотя бы так, как она в этом году, это только сигнальный урожай, то я бы сказала, что достойный сорт. По крайней мере, мне очень понравился. Ягода не трещит, как вы видите. Хотя есть пару гроздей, но я вам уже показывала, что был когда-то антракноз. Давно-давно, как-то так, когда вот мелкая ягодка была, и пару гроздей, вот видите, вот там вот ягодки, пару штучек. В основном очень красивый сорт. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть, ребята. Но мне очень нравится, очень. Вот я еще одну сейчас ягодку сорву. Грозди, конечно, висят низко, но это потому что, как бы, в прошлом году вызреваемость лоз была такая низкая, ну, маленькая, и вот у меня такие вот старые лозы, такие коротенькие. Какая красотень. Еще раз покажу. Вот такая сочная ягода. Прям вот ешь и пьешь. В общем, для себя я делаю выводы. Сорт классный. Посмотрим, как он в следующем году будет плодоносить. Если вызреваемость лозы будет хорошей, то я надеюсь, что в следующем году у меня будет полноценный урожай. К тому времени я надеюсь, что уже у меня здесь будет крепкое, натянутое что-нибудь крепкое, чтобы оно не провисало. Ну и урожай, я думаю, в следующем году будет классный. Очень вкусная, очень, ребята, вкусная. Муската здесь нет. Это не мускатный, по крайней мере, на данный момент. Вот я не могу удержаться, еще одну ягодку съем. На данный момент я не чувствую муската. Но вкус обалденный. Какой-то такой мармеладный какой-то. В общем, мне этот сорт очень понравился. И он у меня будет, наверное, пока в первой пятерке. Это Велес лучистый. Ну, я поставлю, наверное, красотку
первую пятерочку. Ну, и на подходе я вам сейчас покажу еще в другом видеоролике. Подарок учителю. У меня тоже уже окрасился. Тоже первая сигналка. Я вам сейчас про нее покажу. Но пока всем до встречи.